Дорогие друзья, всем привет! Я рада приветствовать вас на моем кулинарном балкончике. Сегодня у нас самое простое домашнее галетное печенье. Начнем. Здесь у меня 3 яйца. Добавляем 6 столовых ложек сахара. Щепотка соли. И все это взбиваем. Сахар начал растворяться. Добавляем 10 грамм ванильного сахара, 6 столовых ложек растительного масла. Это такой самый простой рецепт, который я уже делаю не один десяток лет. 3, сейчас. 5, 6. Три столовые ложки молока. Наша жидкая основа готова. Приготовим сухую. Мука. Пакетик рыхлителя теста. Полный рецепт у меня, как всегда, под видео. И кукурузный крахмал. Смотрите, здесь у меня муки немножко больше. Я ставлю на подпыл. Яйца всегда разные, поэтому тесто должно получиться, оно должно отлипать от рук. Добавляем всю нашу эту массу. И замешиваем тесто. Потому что яйца всегда разные. Вы сначала добавьте 400 грамм муки, а потом посмотрите, можно еще надо будет добавить. Я думаю, 400 грамм сегодня будет достаточно. Если яйца маленькие, тогда хватит 350 грамм муки. Вот смотрите, тесто должно отлипать от рук. Вот здесь у меня 3 больших яйца. И я взяла 400 грамм муки. Оставила еще 50 грамм, вот видите, на подпыл. Вот, посмотрите, какое великолепное тесто. Оно, видите, отлипает от рук. Так. Берем 2 листа пергамента. Кому удобнее, может прямо раскатывать на столе. Но я люблю раскатывать с пергамента. Немножко подсыпем. И раскатываем наше тесто. Ой. Сегодня оно великолепно раскатывается. Ну-ка попробуем без бумаги.
Вот такое у нас великолепное печенье. Сейчас я переверну, чтобы нам удобнее было вот так. Берем противень, застилаем его пергаментом и осаживаем наше великолепное печенье. Смотрите, какое тесто. Отсаживается просто великолепно. Только мука, я еще раз повторюсь, мука разная и яйца разные. Поэтому вот тесто должно, видите, какое оно прекрасно отлипает. Вилкой делаем насечки. Выпекаем. При температуре 180 градусов вы увидите минут 10-15, чтобы оно сильно... Такое не зарумянилось. Это же все-таки галетное печенье. Все, ставим выпекаться. Сейчас можно тут еще. Так. Остальное тесто мы сделаем вот так и еще раз раскатаем. Все, великолепное, посмотрите. Готовая в духовку. И буквально за 10 минут у нас получилась вот такая красота. Посмотрите, какое оно красивое. Настоящее домашнее галетное печенье. Готово, мы сейчас с вами его разломаем. У вас есть время подписаться на мой канал. Я жду вас у меня в друзьях. Я для вас готовлю замечательные рецепты. Но мне нужен стимул. Стимул, чтобы я знала... Обратная связь, что я не сама с собой тут на балконе разговариваю. Смотрите. Замечательные. Видите, здесь я раскатала толще. И он получился, видите, немножко такое. Если вы хотите, вот, у меня есть потоньше. Вот. Чем тоньше вы раскатаете, тем меньше оно будет подниматься. Смотрите, какое великолепное печенье. Просто. Без сливочного масла. Очень быстро готово великолепное печенье. Я жду вас на моем канале, и мы с вами готовим такие замечательные рецепты. Подробный рецепт, как всегда, под видео. Всем пока!